закупила материалы – самый популярный экспортный товар в Беларуси. В стране их продают через универсальную товарную биржу. В прошлом году отрасль поставила исторический рекорд, а в этом обогнала показатели вдвое. За границу продали целых 2 миллиона кубометров леса. Растет и конкуренция за лесной продукт. Биржевые торги происходят по схеме аукцион на повышение. Это значит, что покупатели торгуются за право приобрести желаемый им товар. Произошла переориентация и появились новые страны. Сейчас основные страны такие, как Китай, Россия, Азербайджан. И эти три страны занимают порядка 73% реализации пилопродукции на экспорт. С начала года на торгах белорусские пиломатериалы выросли в цене на четверть, а динамика закупок с некоторыми странами взлетела в разы. Например, с Грузией почти в 4 раза, Туркменистаном в 9, а Объединенными Арабскими Эмиратами в 14 раз. Ангелина Казарцева, Иван Турко, Мир 24.